Сегодня у нас проблема такая, Lada Largus. Обороты вместо 800 держатся на 500. То есть как будто вот ей не хватает прям. И причина очень проста. А сейчас покажу вам, что вообще с Ларгусом. Сейчас мы его заведем. Вот обороты падают. Вот пошли вниз. Вот прям как она это переживает, прям не хватает ей. Сейчас как будто захлебнется, заглохнет. Все меньше и меньше. А должна почти на единичке быть. 800 или 900 где-то. Ну-ка погазуем. Да, даже он газуется. Захлеб идет. А, все, сейчас упадет, сейчас заглохнет. Все. Так, двигатель у нас 16-клапанный. А причина, знаете, в чем? В дросселе. Надо вот этот дроссельный узел просто снять. То есть тут... Здесь надо болт вытащить. Здесь открутить вот этот кожух. Туда, назад его отодвинуть к торпеде. Дальше снимаем дроссельный узел. Значит, здесь болт откручиваем. Ну, элементарно все, если честно. Процесс у нас идет полным ходом. Вот эту камеру воздушную, значит, скидывайте с воздухана. Она на двух болтах. Откручивайте их. Раз. И вот здесь вот второй. Вон он. Ее туда, вперед. Дальше дроссельную заслонку, фишки отсоединяйте. Болт, значит, вот здесь вот туда входит. И здесь вертикально. А точно два-то, может, еще? Я вот так задумаю тебя. А вон какой-то болт. Стоп. Ага, еще. Еще один болт. На трех болтах дроссель держится. Так, ну что, пробуем? Оп, все. Дай я покажу. Вот она, дроссельная заслонка. Электронная. И вся проблема, знаете, в чем? Вот в этих вот колечках, уплотнениях. Они уже более плоские стали. И воздух постоянно сосет. Что отсюда, что отсюда. И поэтому обороты у вас стабильные не держатся. Вот мы заказали новые кольца. Ну, здесь написано, что это Renault Logan. Прокладка дроссельной заслонки. Вот, размер в размер. Ну, какая разница, Largus, Logan, Sandero, без разницы. Вот старая, например, резинка, а вот новая. Тут прям видно, это уже такая, плоский край такой стал. Круглого, диаметрального этого нету. Ну, видно, да, и она покоцанная какая-то уже, приработалась. Все, такая же, а это вообще он кривая какая-то. Ну, все, плоская. Ну, она его как прожала просто. Конечно, он воздух будет сосать. А должен быть круглой формы. Ну и это аналогичное. Все ставим новое.
А что ты хочешь? А? Что ты хочешь? Вытереть, нормально. А ты сразу почистить хочешь? Так, да, вон нога. Чистим без всякой ветоши, прям пальцами. Нормально, и так заработает. Сейчас на наждачке схожу. На наждачке еще подточим. Тут, кстати, еще 3 литра компрессии надо заливать. Смотрите, вот так вот ее почистили, грязи вообще нет. Новая дроссельная заслонка. Хотел показать еще в этой воздушной камере, смотрите, то есть с воздушного фильтра попадают всякие бабочки через решетку радиатора вот по этой камере и сюда, вон они там все. Сейчас мы это почистим, все дело вытащим, чтобы там трупов этих не было. И все, теперь устанавливаем. Что, пробуем заводить, смотреть наши холостые обороты. Так. Вы готовы, дети? Да, капитан. Вот, смотрите. Даже выровнялся, чувствуешь? Не троит, не пердит. Все нормально. Все, кому нравится, ставим лайки. На канал подпишитесь обязательно. Пока.